Запись. Все. Отлично. Рада всех видеть. Давайте мы с вами запланируем новый 2021 год. Смотрите, сделала такой вот буклетик. Он, по-моему, из 16 страниц. Обязательно воспользуйтесь. Сейчас мы с вами на черновике, блокнотик возьмите, ручку, куда записывать. Я вам скажу, как это что делать, да, а потом вы уже спокойненько на красивом как раз формате все это сделаете. Вот, смотрите, здесь лучший год твоей жизни можно сделать коллаж, покажу примерно, как это тоже делается, либо карта как раз года, как она тоже делается, это будет на последней страничке. И, может быть, даже отдельно я видео сниму про это, потому что нашла одну очень классную программу. Как мне что делать, тоже покажу. Итак, давайте мы с вами поехали. Итак, прежде чем мы начнем, конечно же, планировать, наша задача вспомнить все важные события, которые у нас были в этом году. Были события разные, ваша задача сделать акцент именно на том, какие важные, именно положительные. Вот что было такое в этом году, что, может быть, в каком-то новом уровне себя увидели, да, в какой-то новой роли себя увидели. Здесь важно вот прям прописать, посидеть, подумать. За все 12 месяцев, вот прям с января, с прошлого года, январь, февраль, март, апрель, что такое было, ну, может быть, 5 пунктиков такое отметите именно для себя. За что можно себя прям так похвалить, взять по головке, погладить, ай, какая я здесь молодец, вот действительно я сделала здесь вот классно, вот здорово. Это вы пропишете 5 пунктиков. Далее. Далее важно вам отметить, что вы за эти 12 месяцев узнали новое, потому что информация, она действительно рулит. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Не просто так это говорят. Поэтому тоже посидите, подумайте за последние 12 месяцев, что я научилась. Да? И вот здесь вот как раз, там чуть-чуть попозже как раз будет слайд следующий помощник. И здесь вот есть жизненные уроки. Задача прям выписать, какие жизненные уроки я для себя извлекла. То есть были ситуации, наверняка, не все положительные, да, у нас разные бывают в жизни, но наша задача концентрироваться на любых задачах, вот, чтобы с нами не произошло, оно произошло для нашего роста, вот по-любому для нашего роста. Мы, бывает, даже самые вот сложные ситуации, этот год вот был действительно вот тяжелый, сейчас вот как раз шла на вебинар, вышла в магазин как раз, и вот одна с Нового года, не было ее на работе, она вот как раз на похоронах отца. Даже наши родственники, которые уходят, как мы эту боль переживаем, это тоже для нас опыт. Вот, поэтому, девочки, выписывайте прям для себя, какие жизненные уроки из той ситуации, которая у нас в 2020 году, вы взяли для себя. Помощники, вот смотрите, специально сделала немножко яркие такие картинки, чтобы было не так скучно планировать, анализировать. Вот, поэтому на таком вот формате можно будет, покажу, как можно, в принципе, и в телефоне это заполнять с легкостью. Но просто когда эти картинки будут у вас перед глазами, вы, ну, это с легкостью заполняете, чем как какой-то отчет или еще что-то. Вот на таких книжках прям пропишите. Может быть, фильм, может быть, тренинг какой-то такой посмотрели, который реально вас зацепил. Вот реально зацепил. От себя скажу, меня вот как раз вот в мае я начала тогда активно ездить как раз вот за Волгу на велосипеде. И так как возможности не было вот прям тренинг смотреть в реальном времени, да, я брала наушники, включала. И как раз там 40 минут туда, 40 минут обратно, это как раз там один курс. Этот курс, вот его тоже, и, ну, тоже сознанием, забыл, как правильно называется. Для меня вот, потом я этот курс пересматривала, я не знаю сколько раз, наверное, 5 или 7. Вот сейчас опять стала пересматривать и понимаю, что я уже многое прям наизусть уже знаю, то есть вот эти фразы. Но они настолько
мотивируют, настолько они поднимают на какие-то реальные действия. Это вот реально тот тренинг, который вот меня вот будоражит, который вот, ну, просыпайся, вот действительно. Вот сколько раз я песню слушала, вот «Елка», да, это твой год, или как там вот сегодня скинула. Он меня не так как-то не пробивала, эта песня, как вот именно сегодня. Сегодня вот с этим слайдом прям тоже вот песня очень хорошо легла. И можете для себя написать то, что вас вот прям мотивирует, чтобы периодически к этому возвращаться. Поэтому отмечайте аудио, либо фильмы, либо книги, которые вас зацепили. И вот здесь вот как раз отдельно можете прописать курсы, тренинги. Так как у нас есть ГУР, я думаю, вот сейчас как раз вот уже начался 12-й по прокачке личного бренда. Быть может, 8-й ГУР вот для вас был вот прям какой-то такой вот точкой роста, да, для вас, вот начало чего-то. Напишите этот ГУР. Может быть, какой-то тренинг, вот финансовую грамотность, да, но это уже Новый год. Но вот что-то было такое же в 2020 году. Посмотрите и напишите. Это важно отметить. Далее, конечно же, путешествий в этом году у многих не было, но, быть может, напишите сюда вот именно место силы. Для себя, опять же, вот отмечу, я вот для себя нашла вот место силы, вот ездила, люблю я вообще воду, да, и когда я обращаюсь вот прямо к воде, дается вот, я не знаю, какой-то неиссякаемый источник просто энергии. И мне вот понравилось вот место у нас за Волгой. Вот там маленький такой вот участок, вот прям маленький. Но там вот то ли как мыс он выглядел, то ли как-то вот возвышенность вот была. И просто вот там вот сидеть, для меня вот реально была вот энергия, огромная энергия. Даже вот сейчас, пролистывая фотографии, вот смотришь, анализируешь год, даже от фотографии идет энергия. Просто потому, что там были эмоции, соответственно, вспомните те места, куда вы посещали, или какое-то место. Не просто же так многие возвращаются в свое гнездышко, да, где выросли, где родились, потому что там очень часто тоже бывает наша энергия. Вот вспомните места, которые вы действительно посетили и которые вам дают энергию. А что дальше? Сегодня особенный день, да, сегодня как раз день спасибо, такой праздник хороший, поэтому с легкостью говорите действительно благодарности, и здесь отметьте вот действительно люди, которым вы благодарны, потому что когда мы отдаем, чем больше мы отдаем, тем больше мы принимаем, поэтому напишите человек, быть может, я не знаю, от этого человека вы что-то такое услышали, а быть может, наоборот, может даже такое быть, что этот человек даже чем-то обидел, но из-за этого, вот из этой ситуации, вы для себя, ну, я не знаю, какой-то новый характер сильнее стали или еще что-то. И, в принципе, вы ему благодарны, потому что вы эту ситуацию проработали, пережили, и он для вас тоже стал таким точкой для того, что вы начинаете расти и в лучшую сторону. Наша задача, вот именно вот пролистывая вот эту всю ситуацию, которая у нас в 2020 году, выцепить положительное, потому что в дальнейшем это будет действительно такой очень хороший источник. Добавила черную страничку, вот не помню, где я видела ее. Мне очень понравилось, какой-то блокнот я листала и думаю, вот хочу такую страничку, поэтому завела. Здесь вот вы можете просто вот ситуации за 2020 год, я уверена, что у многих были такие вот именно с болью, вот какие-то такие ситуации. Да, я думаю, что в каждом году они есть. Напишите, вот прям напишите то, что было больно, вот именно на эту черную страничку. Лучше, конечно, это распечатать. И в дальнейшем просто написать и разорвать, и выкинуть. Просто то, что, ну, как страхи, да, для детей, как я учу своих детей. Боится у меня там, помню тогда, третий ребенок тоже. Я говорю, давай в сундучок сейчас все соберем, и раз, закрываем и прячем. В принципе, так же и здесь. Пишем всю боль, которая была, и просто ее выкидываем и забываем. И лучше даже не просто забыть, а положительно оттуда взять. Что дальше? Большая пятерка. Вот здесь ваша задача, вот мы уже здесь начинаем планировать на 2021 год. ГУР вот другие были, да, там концентрация на большое количество мечт, там 100 пишем, да, потому что мы пытаемся выцепить из себя действительно нашу мечту, не навязанную
всякими, ну, мечтами, которые, ну, все хотят, а именно нашу мечту. Здесь ваша задача подумать всего 5, но 5 сконцентрироваться на них. И вот этот листочек, он, его надо прям выписать, распечатать лучше, красивеньким таким почерком написать и прям повесить перед собой на доску. Ну, вот, может быть, пробковая доска у вас есть или куда-то, чтобы глаза то и дело видели эту цель. Вот прям цель. Рекомендую прописать вот квалификацию, какую возьмете. Потом там посмотрите, может быть, что-то для семьи, хочу быть там лучше мамой, лучше женой, и что именно для этого, да, потом мы сделаем. Но вот каких-то 5 таких вот задач, на которых надо сконцентрироваться на 2021 году, и не забывать о них, а чтобы возвращаться к ним, их и видеть. И очень часто бывает, вот эти 5 целей, которые мы поставим, самые мощные, мы их сделаем не за год, а вот так бывает, что мы их сделаем даже, бывает, что многие свои всю жизнь мечтают о чем-то, а другие кто-то свои мечты превращает буквально за месяц. Вот если это цели, 5 целей, они будут всегда у нас перед глазами, быстрее мы их выполним. И дальше. Фокус 5 ценностей. Вот я сказала, что можно семью сделать, да? Ценности – это именно вот ваши качества. Может быть, вот как раз для семейных ценностей. Ну, для себя я думаю тоже, что вроде иногда мало все равно времени детям уделяем, да, здесь вот прям выделите, может быть, что я хочу вот действительно вот внимательной мамой быть, да, вот такой там любящей женой или еще что-то, какие именно ценности, на чем надо сфокусироваться, не столько цели, сколько именно ценности, которые, быть может, надо развить, доработать, чтобы, ну, ничего не страдало у нас, и вот здесь 15 целей на 12 месяцев. Всего лишь 15, не 100, всего 15. Но вот прям продумайте их. Вот те цели, которые надо выполнить вот за 12 месяцев. Посидите, пропишите и запланируйте. Все это я распечатаю и вам дам. Смотрите, здесь вы можете нарисовать, либо вот карту мы как раз вот первая страничка, да, делала. Есть коллаж мечт. Смотрите, очень важно, помимо того, что мы загадаем, все это завизуализировать, чтобы реально картинка стояла, прям продумывать. Если, ну, самые даже простые, да, чтобы быть хорошей мамой, внимательно прям представлять, как я лишний раз там сказку с ребенком прочитаю или еще как-то время проведу. Естественно, это визуализируйте, картинку делайте. Но можно еще, смотрите, какую здесь... Я не знаю, как разворачивать. Это надо распечатать. Нашла карта. Это карта года. Здесь, короче, вы прям можете сами писать. И это потом я отдельно прям видео засниму, как это делается. Есть Mind Map, специальное приложение в телефоне. Можно закачать и там сделать. Сами сделайте. Первое в центре – это просто написать какое-то такое, либо лучший год твоей жизни 2021 году, чтобы это цепляло вас. И далее идет сектора, на которые надо вот обратить внимание. Сами смотрите, вот кто-то делает колесо счастья, или как оно там называется, вот чтобы все спектры, да, взять, семья, работа, учеба, там, обучение, вот эти все направления, да. Здесь мы это выписываем, и там есть вопросы. Я это распечатаю вам все там, вы все это увидите. И там как раз по подсказочкам там есть вопросы, вы можете это прописать. Можете, если захотите, я дам приложение, вот прям сегодня тоже сделаю видео, это, скину, дам информацию, тоже посмотрите, сделайте. Вот, рекомендую, в основном у меня все. Самое главное потом возвращаться к этому списку. Просто мое пожелание не просто вот сейчас вот это все посмотреть, что вроде как здорово, а именно это все сделать, потому что... Честно скажу, когда я села вот писать, можно просто вот тетрадку. Это блокнот я сделала по основе тренинга Шарм, забыл, как его зовут, Оля подскажет. «Лучший год своей жизни». Смотрели мы еще как раз вебинар. Шарма, Тань, да? Да, Лисан. Uh-huh. Она там смотрела. Просто я тут немножко добавила то, что встречала как раз вот в разных блокнотах, меня зацепило. Вот, потому что там просто в тетрадке на все это писали и отвечали. И когда мы вот прописываем, да, вот, то есть я в 2021 году, что в 2020 году отмечала, нет, 19 это год, что там было, да, и когда вы прописываете,
то, что у вас было, вы про это как-то вот мы забываем. Да, вот 19-й год у меня был прописан, допустим, Петербург, да, ездила. Для меня это вот большое было событие в Петербург, как раз живая встреча с Надеждой Санниковой. То есть сразу вспоминаешь вот это событие, это раз. Во-вторых, когда мы прописываем именно, можете даже выписать как раз, может быть, я дополню страничку, какие были сильные качества у вас, чтобы вы это сделали. Ну, допустим, особенно когда у вас будет новый уровень, да, когда вы это сделаете, наверняка вы приложите какие-то усилия. Вы можете даже за собой записывать. Либо стало больше делать, либо стало там больше действий, либо еще что-то. Ну вот уже, в принципе, вот у Светы хороший пример. Стало больше действий, выигрывала как раз в большом чате вот этот пилинг, да. Больше действий сделала, кто-то сделал один всего лишь три, а кто-то вообще никого не пригласил на эту диагностику. У тебя 6 диагностик, пожалуйста, в подарок. То есть для себя уже у тебя есть пунктик. Так, чтобы добиться что-то, надо, значит, сделать больше действий. Соответственно, в следующем году, уже вот 2021 планируешь, ты уже знаешь, чтобы добиться больших действий, больших результатов, делаем больше действий. То есть когда вы это вот все распишете, что у вас было, что вы сделали, какие курс прошли обучение, что запланировать вот как раз, что будет. У вас вот прям год, я не знаю, он как-то успокоение, что ли, будет, потому что вы просчитаете прям вот, что вы планируете, как планируете, что сделать. И будет вот прям целеустремленность, и можно прям прописать, вот тоже не доделаю, вот еще один слайдик доделаю, что-то упустил момент, прям прописать январь, февраль, март, апрель, май, весь год. И прописать три пунктика. Семья, допустим, что-то там я забыла еще, какие дела. И именно вот связанное с Oriflame. Третье направление, прям прописать можно. Январь, допустим, второй каталог, третий каталог, такое-то звание, такое-то звание. И к этому блокнотику ваша задача возвращаться. То есть вернулись в мае, допустим, да, и посмотрели. Так, допустим, я отстаю, ничего страшного. Что мне надо сделать? Смотрю свои сильные качества, значит, больше действий или там еще что-то. И снова делаем. Вот, это вот именно для этого. Потому что когда у нас все это в голове, что я что-то хочу, да, оно... Во-первых, голову пригружает. Вот реально, когда вы планируете все в голове, это голову пригружает. Как только вы это на бумагу выложите, вы заметите, как голова разгружается. Во-вторых, когда это вы на бумаге написали, любые планы, написанные на бумаге, они призывают вас к действию. И действие – это и есть результат, в принципе. Вот, поэтому дополню, наверное, еще я там два слайдика вам, сделаю еще видео, как вот можно сделать карту года, может, кому-то это так зайдет, кому-то может быть коллаж, и предлагаю вам поделиться своими вот, ну, может быть, какие-то мечты не хочется делиться, но вот именно что вы проделали, быть может, вот когда вот все заполните, хотелось бы от вас услышать именно обратную связь. Помогло ли это вам вот разгрузить вас, настроились на новый 2021 год? Есть, будет ли прям такое вот внутреннее ощущение, что да, 2021 год – это мой год? Вот это хотелось бы услышать. Если есть какие-то вопросы, давайте спрашивайте. Так, моя теперь задача остановиться.